Всем привет, мои дорогие друзья! Это видео будет очень необычным по сравнению с предыдущими моими видео, так как в нем будут кадры прошлые и вот прям сегодняшние. Сегодня 26 мая, да, воскресенье. Вот. Почему я таким сделала это видео? Потому что рассказать побольше о этих птицах, раз. И во-вторых, вчера я опубликовала видео, где я там на яхте гуляла, развлекалась на день рождения. И несколько моих подписчиц сообщили мне о том, что столько негативных комментариев. Я пока их не читала. Бог вам судья. И я перед вами оправдываться не буду. Мне даже не интересно, что вы там пишете, если вы негативите. Вот я ни одно не прочитала. Ну, естественно, негатив, осуждение какое-то, наверное, да. У меня было все спланировано моей семьей, и никаких проблем не было с семьей. Почему вы так беспокоитесь, если у меня все в порядке с семьей? Но посмотрите это видео. Может, у вас изменится отношение ко мне и ко всему происходящему. Все равно я благодарна вам за то, что вы смотрите мой канал, мои видео, принимайте активное участие под каждым видео. Дай Бог вам счастья, мира, благополучия, добра, здоровья, огромной любви ко всему. С уважением и любовью к вам, Светлана Ата. Друзья мои, моя свекровь в больнице. Покажу вам сейчас такой красивый туалет. Пока свекровушка моя спит, наверное. Не знаю. Ну, не видит, что я снимаю. В общем, мне все так понравилось. Такой коридор. Так. Я пью кофеек, она вырвала сейчас так сильно много. Пришлось ей поменять все. То, что было, поменяла я. Очень сильно много вырвала. Наверное, литр с нее выливалась воды. Литр воды. Вот так классно тут все. Ну вот я с ней, мои дорогие. Вчера я гуляла на яхте, а сегодня здесь. Она встает уже. Более-менее хорошо. Хорошо тут свободная палата выписали сегодня. Вот так вот здесь. Не могла вам не показать это. Посмотрите, что принесли для меня. Тут кто смотрит, кормит. Хорошо кормит. Вот это для Анемочки принесли. Компот, суп она поела чуть-чуть. И это вот водичку. Ну вот и я сейчас буду по-королевски. Не знаю, что буду кушать, но выглядит аппетитно. Кстати, нам привезли соседку. Друзья мои, я скоро буду сутки, как здесь, через час. Вот так вот. Мне весело, хожу, гуляю. Так интересно, провела время, жду сестру с нетерпением. Я думала, что меня сменят с утра, но так получилось, что сестра пошла на работу сегодня, и мне пришлось. Смотрите, какой вид красивый отсюда, обалдеть. Вот тут вертолетная площадка, я вам уже 500 раз показывала. Такой вид красивый особенно. Этот сейчас нам привезли пациентку, ее перевели с реанимации. И что могу сказать, что хорошая бабулька тоже. Я помогаю, смотрю там за дренажами, за мочеприемниками, за катетерами. Медсестры такие классные девчонки, такие красотки, с распущенными волосами, стройненькие, с парфюмом, макияжем. Просто красавицы, вот.
Такая, сейчас мы, нас будут кормить тоже. Вот так вот. Вот так вот приводят они еду у желтых и раздают. Вот так разносят еду здесь в больнице, друзья мои. Видите, как все каждому пациенту. Я до сих пор в больнице возле моей свекровушки. Жду смену, когда придет моя заловушка. И поеду домой к Ашкемчику. А Нымчик моя спит. В общем, друзья мои, вот так вот проходит мое дежурство. Вот и я уставшая такая, Светлана. У меня такой вид, наверное, да? Ну, как есть. Медсестра в отставке. Вспомнила, знаете, за 10 лет. Я, наверное, 10 лет уже, 9 не работаю. И много чего изменилось. Появилось облегченного давления мерить такие аппараты. Приспособление температуру мерить. Это уже давно, в принципе. Кислород. Ну, в общем, все так интересно. У нас двое больных. Уже час принесут. Показываю вам ужин, который принесли для мамы. Йогурт, суп какой-то. А мне, посмотрите, охренеть можно. Суп, курица, салат. Это что такое? Приятного мне аппетита. Сытая поеду домой. А муж мой рыбу пошел заказывать. Доброе утро, друзья мои. Друзья мои. Хочу вам что-то показать и рассказать. И это вообще просто трэш. Это просто трэш. Надо с этим что-то делать. Смотрите же. Нас не было сутки. Вчера вечером мы пришли с мужем. Он тоже оставался у родителей. Мы так помыли классно свой балкон. Это еще не все. Это еще не все. Смотрите, нас атаковало, что какие-то букашки, которых миллион, от которых, которые прыгают на нас. Мы все чешемся, и я несколько дней не понимала, что со мной происходит. На тот балкон выйду, полью. Мне кажется, что у меня пши, блохи, я вычесываю волосы, потому что по мне кто-то двигается. Посмотрите, вы видите? Видите, сейчас белые, если вы заметите, видите? Они прыгают на людей. И это все, мой муж говорил, я тебе говорила, это от голубей твоих. Так что поэтому... Кто бы мне что ни говорил, не прогоняйте голубей, но я не хочу в этом быть. У меня аллергия, я вся чешусь, и просто это ужасно. Вы представляете, когда по тебе кто-то постоянно ползает, и ты думаешь, что ты сходишь с ума. Мы ждем, пока вот эти вот наши квартиранты улетят, и больше не будет здесь им дома. Во-первых, они все нам обосрали, это раз. Понимаете? И с той стороны, и с этой. Во-вторых, мы все чешемся, и мы задолбались в этом сраче жить. Это не для дома. Это все в природе. Так что, мои дорогие квартиранты, пожалуйста, выселяйтесь в скорейшем будущем. Хватит разводить здесь блох. Я не знаю, как мы это все вычистим после вас. Но на нашем балконе страшно стало находиться и опасно. Они прыгают постоянно. На людей, на все. Смотрите, мы так перемыли, я даже не знаю, как мы будем мыть потом. Вот если я сейчас приближусь, и по мне уже что-то ползает. Кто-то из моих подписчиков говорил, что у меня неухоженные ногти. Я не крашу ногти, я только их срезаю. Смотрите, мои дорогие зрители, вот такие у меня ногти. Я довольна, и я такие хочу иметь. Без лака, натурель. Ну, может быть, для блеска. Кто-то писал там мне неухоженные. Видите, у меня какая аллергия от этого всего. Я чешусь, чихаю.
Вот, вот такое наше утро. Из чего начинать, я не имею представления. Я выспалась, так долго выспала, вчера в 11 отключилась, как младенец. В 6 меня разбудило солнце. А сейчас мне предстоит большая работа, я даже не знаю. Я не знаю, с чего начинать. Я вот хлоркой почистила наш стол до места, он высыхает, и буду заниматься уборкой. Вот, друзья мои, как после погрома. Мы так позавчера вымыли со шкивом балкон перед тем, как уехать. Надо ждать, когда они... Вот сейчас я разговариваю, у меня по лицу ползает все. Это вообще какой-то кошмар. Так, давайте посмотрим с вами, как прижились моя голубика. Вот какая-то их пчелка опыляет. Вот у них появились, у них, в принципе, и были плодики. Самое главное, чтобы не было этой ли, по-моему, нету. Так, мои дорогие, вот это дерево какое-то бесполезное, авокадо. Поэтому, мне кажется, надо его что-то с ним делать. Сейчас я полю мои цветочки, которые ждут меня. Почему-то вот это у меня портится. Все, друзья мои, начинается мой рабочий день. Мои дорогие друзья, это просто жесть. Эти блохи атаковали нас. Вы знаете, что у меня здесь на двух балконах было? Что у меня творилось? Что творилось? Началось с того, что я поселила своих птиц. Разрешила им сесть. Где мой цветок сейчас, а? Скажите. Что-то мое сердце почувствовало. Вообще, я хотела убрать этот балкон, да, мусорный был. И думаю, посмотрю свои цветы. Посмотрела. А на них тоже блохи. Тля вот это, и непонятно, что на них. И потом, когда мы глянули, я говорю, Ашкин, сними, пожалуйста, вот этот цветок, на котором сидели голуби. Там точно будут какашки, я хочу почистить его. И что вы думаете, когда он снял этот цветок? В этом горшке был мертвый голубь. Один детеныш умер, а другой остался жив и улетел. Я сама не понимаю, как это все произошло. Он был большой, и он уже начал гнить. Если бы я не посмотрела бы... Вы представляете, что бы здесь творилось? Вонь бы началась, а цветок-то хороший. Решила достать цветок, ну, помыть горшок, а землю все это выбросить с этим мертвым. Так было жутко. Столько червей было внутри. Белые черви жирные, друзья, это моя фобия. Ой. Хорошо, что я была в перчатках, естественно. Я этот еле цветок достала. Побрызгала вот этим мыльным раствором сразу все. И на всех цветах были эти блохи. О, они перешли все на меня. Друзья мои, я сейчас вам рассказываю и чешусь, потому что мне надо идти в душ. У меня вот такое состояние отвратительное. Ну, смотрите, зато я весь балкон помыла. Я взяла себе в руки, несмотря на то, что утром только приняла душ, постирала все белье свое. Я все цветы обработала, я все горшки этот сначала мыльным раствором. Клубника у меня начала здесь прорастать. Но это никак. Остановилось и все. Будем надеяться, что это тоже примется как-то, да? Так вот, мои дорогие, я все это почистила, потом помыла водой. Здесь у нас нету шланга, поэтому муж носил мне воду, а я все мыла. Поэтому эти цветы портились. Тут все... Я не понимаю, что это за... У них такое происходит насекомое, но их была куча. Тля это или это пире блохи, не могу понять. Но факт то, что я больше не разрешу ни одной птице сесть у меня на балконе, это 100%. Как бы вы мне что ни говорили, я столько страдаю 2 недели и жду на той стороне, когда мои эти птички улетят. Мне вот это состояние, то, что вот по мне все ползает и чешется, и вот этот срач такой, еще потом мертвые души, это самое страшное. Вот, хотела вам записать крик к души. Не разводите голубей, я вам советую. Это хороший жест, но головная боль огромная. Ой, мое платье закрутилось. Не разводите голубей, это такая жесть. Вот посмотрите подтверждение всему, что я вам рассказала. О моих покусах.
увидите, какие расчесы. Вот, особенно в паховой области. И наши птички тоже, они тоже пострадали, потому что они же висели здесь. Мы их тоже лечим от этих шеи, капаем лекарства. А у Мавиша вообще глазок закрылся, конъюнктивит был. Сейчас уже и лучше. Вот голуби что делают. А у нас продолжается жизнь после ей. Это видео сейчас я вам сняла. Этот кадр прям свеженький, сегодняшний. Эта тема меня очень беспокоила. Несколько дней я вся в жулю и на спине. Вы не представляете, какое это состояние. Это отвратительное чувство. Сейчас я с утра опять намазалась кремами. Фенистил, там от аллергии крем. Даже видео снимать не хотелось вчера. Настолько это состояние отвратительное. Выпила гистамины средства, лекарства. И как во сне было, притупленная заторможенность. Ну, просто не вам не объяснить. Птички это голуби хорошо, но на расстоянии. Все. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.